Добрый день, мои дорогие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный слоеный салат из консервированной горбуши. Для этого нам понадобится свекла, репчатый лук, яйца, картофель, горбуша, зелень и майонез. Я взяла разъемную форму на 22 сантиметра. Первым слоем раскладываю натертый на терке картофель, распределяю его, сверху сеточка майонеза. Каждый слой при этом можно посолить. Горбуша измельченная, распределяю, утрамбовываю, сверху репчатый лук с зеленью, сеточка из майонеза, яйца натертые на терке. Распределяем сеточка из майонеза и верхний слой свекла, натертая на терке. Распределяем свеклу, промазываем майонезом. Украшаем по своему вкусу. Я посыпала зеленью. Снимаем сервировочное кольцо после пропитки салата. И вот такой салат у нас готов. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!